Так, 40 минут. А голову. Вас приветствует видеорегистратор НИО. Ой, да. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. А, еще и глазки ей приклеить надо. Ой, ой. Вас приветствует видеорегистратор НИО. 60 километров в час. Стационарная камера. 60 километров в час. Всем привет, с вами канал «Все для города». Конец. Крутимся здесь. Но здесь пятерка дороже. Там да, на трассе она дешевле. Она почище, правда. Здесь чистенько. На трассе пятерка. Там подешевле. Ну, да. Ой, здесь какой город-то. Да, да. Вон тут магазин. Что-то так, а если нам проехать там? Магнит, что ли? Это кто это? А это? А, да. До этого-то? Это Григорий, сколько-то хочешь, нет? Да нет, здесь вокруг можно объехать. Я думаю, это Григорий стал. Ну, поедем вокруг, подъедем. Блин, очки-то я забыл. Домики строят, смотри, как. Ну, строительством резко занимаются. Здесь тоже пассаж есть. Ты не была здесь, нет? Нет, я что-то здесь вообще, здесь, смотри, какой-то даже это вот. Да это Луховица. Ярмарка? Не, ярмарка. Это город Луховица. Там мы были на станции. А, это сажа. А, вон Луховицкий. А, это значит, я вот это вот так вот, двойка-то туда, скорее всего. А. Вот она сюда. И почта. И вот там вот справа будет почта. Вот сейчас будет почтальон Печкин стоять, сидеть на велосипеде. Видел его? Ну а мы вообще вот сюда вот здесь останавливались, там Сбербанк вот здесь вот. Вот он. А здесь вот красный-белый был. А есть он, нет? Кто, белый? Да, красный-белый. Да есть, наверное. Да. Красный-белый. Ну чего там? Маленькие две улицы всего. Ну, да, Магнит. Вот эта улица и там еще. А там больница. А, где больница? Ты не было поликлиники там? Не, мы приезжали в тот раз на машине тоже с ребятами гуляли и заехали. Ну вот здесь ты заболеешь, вот с полисом надо сюда в поликлинику ехать. Они не в Григорьевское, фу, не в Рыбное. Не, можно в Рыбное, но здесь вот как бы вот Москва и Московская. Московская, понятно. А, вот я здесь, правильно, вот здесь на двойке я проезжала, здесь вот у них был день города в субботу, ну, да. И тут гуляние было, и вот они что-то здесь. А ты сюда что ездила? Да я же говорю, в этот, за справкой в субботу я ездила. Куда? В Ирц-то. Ну, Ирц-то там? Ну, там. А потом, я же тебе говорю, ехал в церковь-то на двойке. А, ты церковь? Сел, да, в церковь. Вон она до кого? Вон там, вот так. Да. Вот, и вот я здесь проезжал, двойка здесь. А больница вот она, вот здесь, вот вон, туда. Вон она стоит, красная. А, понятно, это там. Ну, да. Тоже не ближний свет. Ну, мама лежал раз в четыре там. А поликлиник вот так обратиться туда, чтобы тоже? Ну, там рядом с больницей поликлиник. Понятно. Рядом, да. Рядом. Прям рядом все. Это еще надо проехать. А ты хотел очки купить? Да. Не хочешь здесь вот очки можно купить? Да купить уже, проехали. Ну и что, сейчас развернемся? Да я не знаю вообще, они мне нужны. Мне же надо операцию делать, это катаракту. А я мерила у врачихи минус 8, и они мне подошли, я хорошо видела, вот что. Ну ладно, в Луховицы съездим тогда, и она тебе подберет, там у них прибор такой стоит. Где? А, в Луховицы? Ну, там. То есть, не, в Рыбном. А, в Рыбном? А, там да. Вот этот прибор можно... А, да. Я себе тоже хотел там подобрать. Я там купил, правда, так ну, вот, плюс 2. Ну, как раз пенсию получим. Ну, да.
пенсию получим.